Мини-футбол, волейбол, большой теннис, настольный, кроссфит и даже шахматы. Представители различных видов спорта собрались в Видном на празднование Дня физкультурника. Это люди всех возрастов, разных профессий, но всех их объединяет одно – страстная любовь к спорту, здоровому образу жизни, незабываемым эмоциям и впечатлениям. Быстрее, выше, сильнее. Этот спортивный лозунг как никогда актуален в наши дни. Пожалуй, сейчас уже практически не осталось человека, который не слышал бы аббревиатуру ЗОЖ или попросту «здоровый образ жизни». А он немыслим без регулярных физнагрузок. Всем, кто идет по жизни со спортом, будь то профессионалы или любители, посвящен День физкультурника. С приветственным словом к спортсменам, которые съехались со всех уголков Подмосковья, обратился депутат Ленинского городского округа Олег Федоров. Не останавливайтесь на достигнутом. И когда сегодня мы открывали мероприятие, звучал гимн Российской Федерации. Вот я хочу, чтобы он как можно чаще звучал после каждого вашего выступления, после каждых ваших побед. И, конечно, праздник немыслим без состязаний. Какие страсти кипели на волейбольной площадке. Видновчанин Олег Исаков посвятил этому виду спорта 11 лет и ни разу не пожалел. Выдержка появляется за счет тренировок и так далее. То есть, ну и здоровье, конечно же, это лучше, чем дома лежать на диване, смотреть телевизор. Жарко и на траве юные спортсмены азартно сражаются в мини-футболе. Совсем как взрослые. И мечты у них тоже взрослые. Стать великим футболистом. Настоящий бум сейчас переживает скандинавская или, точнее, северная ходьба. Плюсов масса, а вот минусов почти нет. Заниматься может любой желающий, и результат не заставит себя ждать. Во-первых, я похудела, что, наверное, для каждой женщины это очень большой плюс. Вот. Вы знаете, я перестала лежать на диване, потому что мне некогда, мне нужно обязательно ходить. И у меня и дыхание, да, нормализовалось, ну и силы появились. Кстати, Федерация северной ходьбы Московской области базируется именно в нашем муниципалитете. Наш район, он один из самых лидирующих районов Московской области, который развивает северную ходьбу именно как спорт. Именно в этом году, если все будет хорошо в мире, да, с эпидемиологической обстановкой, то в Видном пройдет второй кубок Московской области по северной ходьбе. Потрачено десятки тысяч калорий, пролито немало пота, болят мышцы, но радуется сердце. Эмоции, которые дарит спорт, незабываемы, их ни с чем не спутаешь. Начните свой день, завтрашний день, с физкультуры. Дальше вы втянетесь. Вот. И дальше вы поймете, насколько это здорово быть здоровым. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видно ТВ.